Привет всем, дорогие друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием Universal Truck Simulator, а именно сегодня мы посмотрим на двигатели и запчасти, которые в новом обновлении добавили в этой игре. Вот, например, у нас есть двигатели разные. Их реально много. И от разных производителей. То есть от Detroit Diesel, от Caterpillar и... Ну, и других производителей. Эта игра находится в бета-тестировании. Также вы можете посмотреть на блог этой игры в Дискорде. Ссылка будет в описании. Там появляются самые разные новости об этой игре. И также файлы АПК этой игры. Также вы можете скачать эту игру по ссылке в описании. Вот разные шины есть, разные аккумуляторы, разные радиаторы, турбины и коробки. Разные масла. Охлаждающие жидкости. И это все влияет на состояние автомобиля. Как он будет хорошо ехать, как, ну, сколько у него будет передач, как хорошо он будет ехать, какие у него будут, ну, возможности. Также я показывал в предыдущем видео по Universal Truck Simulator вот эти вот внешний тюнинг и раскраски. Так что, если вы хотите полностью узнать все о Universal Truck Simulator, смотрите предыдущее видео. Если честно, ну, у этой игры потенциал очень большой. Я думаю, это будет лучшая игра на Android. Там какие-то Grand Truck симуляторы и World Truck симулятор тоже просто не будут считаться. Это будет must-have такой, как Евротрак на ПК. Также, как вы можете заметить, есть три варианта цвета. Это глосс, мат и хром. Также есть вот такие вот переливы прикольные. Сине-желтый, там красно-белый и т.д. Ну, сейчас... доступен только один прицеп и один грузовик. Но уже скоро выйдет второе бета-тестирование этой игры, где добавят карту и всякие возможности. Новые грузовики и новые прицепы. Будет карта Германии. Ну, вы можете все увидеть по ссылочке в описании.
в Discord. И в разделе Game там будет, ну, описание этих всех возможностей, которые будут доступны во втором бета-тестировании. Как только ссылка появится на скачивание этого обновления Universal Truck Simulator, вы сразу сможете узнать, где она находится, и скачать. Так что ждем второго бета-тестирования. Это будет, наверное, очень классная штука. Так что нормально. А как вам, нравится Universal Truck Simulator или нет? Напишите об этом в комментариях. Пока насладимся игрой. Видите, как быстро едет грузовик? Это реально, ну, хорошее обновление такое, очень долгожданное. Потому что помните, если вы смотрели прошлый ролик про Universal Truck Simulator, то вы помните же. Там грузовик реально ехал очень медленно. Сотку мы там, по-моему, один раз. Или нет даже. Мы, может, даже сотки не набрали в тот раз, а в этот раз мы просто тут сотку вообще-то нихер делать. Сделали просто так. Ну, сейчас я вернусь, короче. Посмотрим еще другие двигатели, потому что они отличаются по звуку, отличаются по мощности. И будем потихоньку заканчивать. Смотрите, добавили еще звук грунтовки. Когда едешь по грунтовке, то добавили еще такой звук. Вот мы и приехали. Теперь мы посмотрим на новые двигатели от разных производителей. Это Caterpillar и еще одного производителя. Вот, например, Caterpillar C15. 15,2 литра, шестицилиндровый. И у него нормальная такая мощность. Слушайте. Вот такой вот был звук Caterpillar двигателя. Теперь мы посмотрим на вот этот вот двигатель КМС. Не знаю, как он называется. 600 лошадей. Тоже нормальный такой. Тоже слушаем. А какой вам, например, нравится? Напишите об этом в комментариях. Я буду очень рад. Ну все, потихоньку будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Может, у вас останутся какие-то вопросы по этой игре.
Ну, поддерживайте разработчика, а вам все удачи и всем пока. Да, я забыл про накоц самих деталей. Сейчас мы затестируем эти детали и насколько они накоцаются. Погнали. Но в целом они накатываются не очень-то много, если они ехать, ну, 160, 170. Если мы сейчас все умеем. При таком накоте, который вы сейчас увидели, вы можете проверить состояние грузовика, нажав кнопочку человечка и кнопочку инфо про грузовики. Ну и как видите, накосилось все на 1%. То есть это не очень много при такой скорости. Также это все чинится там, где мы ставили деталь. Нажимаете кнопочку Repair, и оно чинит вам за определенную сумму денег детали. Точно заканчиваем. Всем пока.